Сегодня днем я забыл у вас чемодан. Мне сказали, что его отнесли в комнату для персонала. Могу ли я его получить? Мне никто не говорил про чемодан. Вы хотите сказать, что его украли? Погодите минутку, схожу, проверю. Посвящены вопросу клонирования человека, и мнения претендентов разошлись диаметрально. Президент Том Стюарт пообещал обеспечить безопасное, законное и надежное регулируемое клонирование. В свою очередь, Трамп может вновь повторить обещание регулярно входящей в ходе его кампании изобретения. В ходе дебатов неоднократно поднимался вопрос внутренней безопасности. Фрэнк Морган вновь обвинил президента в превращении индикатора террористического.
отсюда, дружище, или будут... Эй! Остановите его! Запретная зона, приятель! Иди мимо! Пошел вон! Тебя предупреждали! Отдыхаете, сэр? Пока что да. Красивые девочки, правда? Видали уже певицу? Черт, такая деваха. Правда, хреново поет. Я что-то не заметил. О, мы заказали классную певицу. Но она вчера попала в аварию, и нам пришлось срочно искать замену. Бывает. Эта красотка ни черта не умеет петь и бегает в гримерку каждые 5 минут. Но кого это волнует? На такую милашку можно и поглазеть. Запомню на будущее.
Эй, ты как? С вами все в порядке. Нет, только нет. На помощь. Милашка,
А ты ничего, пошли. Желаете выпить? Тебя милости, все прощения и за благоговение. Ненавижу эту работу. Все кончено, 47-й. Я закрываю лавочку на своей стороне. Это ваше последнее задание. Цели две. Ванна Кэтлин, бывшая цирковая актриса из Румынии, ныне являющаяся крупным игроком на сером рынке планеты. Yeah.
347. Наконец-то судьба нас столкнула. Я оценю ваше рвение. Не скромничайте, 47-й. Я все о вас знаю. Вынесу разную ошибку ученого, умнившего себя великим генетиком. Тоже мне суперкиллер. Вы даже не человек. И я намерен это доказать. И как вы намерены это сделать? Мы устроим дуэль. Приходите в комнату с вывеской «Камера пыток». Встретились. Лучший убийца мира и его главный соперник. Только лучший уйдет отсюда живым. Комната звукоизолирована, так что нам не помешает. Ваше оружие лежит около дивана. Вооружитесь как следует, мой мутировавший визави, и мы начнем битву. Как пожелаете. Thank you.
47-й! Ай! Это ж я! Я! Хорош, это я, парень! Все путем! Что ты здесь делаешь? Ты! Успокойся, прошу! Ты моя единственная надежда! Больше никого нет! Единственная надежда на что? Они хотят убить президента! Чтобы его не переизбрали, он узаконит клонирование, сорвет их планы. Кто они? Ты знаешь их. Они уже делают клонов. Хотят оставить технологию при себе. Пусть оставляют. Я не играю в политику. Лучше скажи мне, почему я не должен пустить тебе пулю в башку? У меня есть миллионы. Много алмазов. Красные кейсы. Стоят миллионы. Все твои. Что надо сделать? Они хотят убрать президента через 3 дня в Белом доме. Проберись туда, защити его, уничтожь киллеров. Покажи деньги. Слава богу. Вот кое-что. Остальное получишь потом. Что скажешь? Я выйду на связь и скажу, куда перевести остальные деньги авансом. И как передать мне детали задания. Но где тогда гарантии? Если ты сдержишь слово, я выполню работу. Если нет, то деньги тебе не понадобятся.